23 мая в Верхнеуральской детской школе искусств состоялся выпускной вечер и торжественное вручение свидетельств об окончании школы. В 2018 году в ДШИ 22 выпускника по специальностям домра, аккордеон, фортепиано, гитара, изобразительное искусство. На народном отделении получили свидетельство 5 человек. Среди них Владимир Шеметов окончил с отличием по классу гитара. Фортепианное отделение окончили 4 человека. Из них Татьяна Серюкова и Варвара Игнатова получили красное свидетельство. А на художественном отделении 13 выпускников. Сергалеева Алина и Есения Гальдаде закончили с отличием. Ребят поздравили администрация школы, преподаватели и родители. Им вручили сладкие подарки. Лучшие выпускники были награждены грамотами отдела культуры и администрации школы искусств. Многим родителям за хорошее воспитание детей и активное участие в общественной жизни школы были вручены благодарности. После торжественной церемонии ребята порадовали педагогов и родителей красивой концертной программой, а художники защитили свои итоговые работы.